Это что такое? Ого! А ну на тебе! Привет, ребятки! Это снова красный шарик. Я надеюсь, вы уже дождались нового видео. Ну что ж, погнали. Мы находимся на страшной фабрике. Вот, смотрите, там квадраты. Так, вот тут один из одноглазых монстров. Но ничего, не страшно. И, по-моему, там виднеется сзади сам завод. Да, тут, конечно, всякое может случиться. Так, стоп, почему мы не задели его? А ну-ка, оп. Вот так вот. Теперь-то мы уж справились, ребята, с этими чудиками. Что ж, погнали дальше. Так, а что у нас еще тут? Смотрите, те три парнишки сидят себе. Так, чё это они там выстроились? Даже не знаю. Ух ты, тут нам предстоит сделать огромный прыжок. Ну давайте. Оп, здорово. Слушайте, у нас неплохо получилось. Ну окей, давайте-ка запрыгнем сюда. Скатимся и подождем. Все, теперь вот можно прыгать, и это хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ух, а то бы тот лазер нас поймал. Мы же не хотим, чтобы нас поймал этот лазер все-таки. Поэтому будем двигаться дальше. А ну-ка. Ух ты. Тут сразу два этих монстрика сидят. Ну-ка, сейчас я вам получите. И отсюда вам их. Отлично. Так. Мы вроде бы справляемся. Воу, а как мне тут пройти? Оп. Вау, этот лазер меня не задел. Ура. Так, куда это мы от радости попрыгали? Я просто хотел очень вовремя перепрыгнуть этот лазер. Вот так, например. Да, смотрите-ка, получилось. Ладно, погнали дальше. Ой, сейчас мы как разгонимся. Оп. Круто. Что? Ребята, у него три глаза. Чего? Он сразу тремя мигал. Вот это да. Так. Оп. Ой, еще один. Эх. Перепрыгнул его. Теперь подождем. Отлично. Так, бамс. Получаем монстрик. Все, ребятки. Еще один готов. Ух ты. Так. Есть. Отлично. И с этим мы тоже справились. Так, стоп. Вот. Круто. Это было круто. О нет, это трёхглазый, отстань. Мы из-за него туда свалились. Ну-ка, сейчас я тебе... Ай, ты чё? Ай, ребята, надо было мне сразу прыгать. Так, опа. Чего? Всё, мы его перелетели наконец-таки. Так что можем продолжить свой путь. Ух ты. Оп. Оп. Так, эй, что бы, куда мы свалились? Этого же не должно было случиться. А почему мы не можем там запрыгнуть? А вот это уже странно. Нет, стоп, шарик, я должен тебя спасти. А-а-а, нет, куда мы вместе с ним упали? Оп. Да что ты будешь делать? Чё за уровень такой? Всё. Он у нас, ребята, не спасли. Тихо, стоп. Там обрыв. Нет. Два сердечка.
целых 2 сердечка мы на него потратили. Это довольно-таки много. Эх. Угу. Отлично, ребятки. Вот такая у нас получилась серия. Я надеюсь, вам очень понравилось. И поставьте, пожалуйста, лайки. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Ю-ху!